Добрый вечер. Заканчивается очередной год нашей эры. И в эфире спецвыпуск «Намедни 2002». Это 42-я наша серия в формате «События, люди, явления года». То, без чего нас потом невозможно будет представить, еще труднее понять. И еще с нами в этом году была Масяня. Наша программа первой среди федеральных СМИ рассказала о Масяне, мультяшной кукле, главной героине русского интернета-создания, художника Олега Куваева. Итак, у нас сегодня в студии питерский художник Олег Куваев и очередная серия «Масяни».